Здравствуйте, меня зовут Регина Зиякаева. Я живу в городе Уфа, мне 27 лет. В 2012 году я окончила Уфимский государственный нефтяной технический университет. И с июня 2012 года и по сегодняшний день я работаю в компании «Башнефть-Розница», оператором заправочных станций регионального отделения «Башкирия». У нас очень дружный и сплоченный коллектив. У меня большая дружная семья, любимый муж и прекрасная дочка. Одним из моих главных увлечений – это активный отдых. Самым любимым видом спорта является волейбол. В спорте я могу проявлять свой характер и упорство. Люблю кататься на сноуборде, коньках и лыжах. Являюсь активным участником спортивных состязаний «Башнефти». Уфа – столица прекрасной и солнечной Башкирии. Городу уже 443 года, это один из старейших городов России. Уфа – многонациональный город. Здесь расположено очень много культурных, спортивных и иных учреждений для активного отдыха и времяпрепровождения. Нередко Уфу выбирают для проведения крупных международных мероприятий. Я очень люблю свой город, и я горжусь тем, что «Башнефть», ставшая крупной федеральной компанией, корнями происходит из нашей солнечной Башкирии. Победа в данном конкурсе для меня неоценимый опыт, возможность личностного роста и развития.